Каким самым поразительным фактом о Вселенной вы можете поделиться с нами? Самый поразительный факт, самый поразительный — это понимание, что атомы, являющиеся частью жизни на Земле, атомы, входящие в состав человеческого тела, прослеживаются до раскаленных звезд, которые соединили легкие элементы в тяжелые внутри себя, под высокими температурами и давлением. Эти звезды, большая их часть, были нестабильны в свои последние годы. Они разрушились и затем взорвались, распространяя свои богатые недра по всей галактике. Недра, содержащие углерод, азот, кислород и все фундаментальные компоненты жизни как таковой. Эти компоненты стали частью газовых облаков, которые то конденсировали, то разрушали, то формировали следующее поколение солнечных систем, звезды с планетами вокруг них, и эти планеты сейчас обладают этими компонентами для самостоятельной жизнедеятельности. Поэтому, когда я смотрю вверх в ночное небо, я знаю, что да, мы являемся частью этой вселенной. Мы находимся в этой вселенной, но, возможно, более важно, чем эти два факта, то, что эта вселенная есть внутри нас. Когда я размышляю над этим фактом, я смотрю вверх. Многие люди чувствуют себя крохотными, так как они маленькие, а вселенная большая. Но я чувствую себя большим, так как мои атомы пришли из тех звезд. Существует уровень взаимосвязи. Именно этого вы реально хотите в жизни. Вы хотите чувствовать себя взаимосвязанным. Вы хотите чувствовать себя важным. Вы хотите чувствовать себя участником происходящих событий и случаев вокруг вас. Именно это и составляет нашу сущность, пока мы живы.